Алина Умова, я директор благотворительной организации «Благотворительный фонд Артзон». Расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит? Сегодня у нас происходит весенняя великодолинская ярмарка. Это уже традиционная вторая ежегодная ярмарка, которая происходит близко к 8 марта и Масленице. Веселимся, продаем изделия ручной работы, пьем глинтвейн, танцуем, поем. Здесь все местные жители торгуют, да? Нет, приезжают гости из Одессы, приезжают из других поселков близлежащих. Одесса, Ведопольский район, вот так вот. Mm-hmm. И это уже, вы говорите, не первый раз, это уже традиция? В прошлом году была первая масленичная ярмарка, это было 6 марта 2016 года. Перед этим у нас была предновогодняя ярмарка от Артзон. И сейчас мы занимаемся тем, что регулярно устраиваем вот такие вот мероприятия. Блин-то! А это вы сами делаете, да? Да, это же она вяжет все вручную, все абсолютно все вручную вяжет. Дети приходят, берут эту игрушку, прижимают, и уже они не отходят. Уже они с этой игрушкой так и уходят. На доброе дело, почему бы нет? Do you got that? I'm in some.